И всем привет, друзья! С вами снова я, OutspoGamer. И что же? Да, и что же, у нас сегодня с вами Shadow Knight, мы продолжаем, у нас дохера денег. И знаете что? Поиграю я в этой же броне, она мне понравилась. Давайте сразу же начнем. Часовая башня логова инженерного рыцаря. Поехали, готовься! Сегодня я хочу пройти. Сразу же. Так, тут нет секретки? Несколько. Да. И по-моему, у нас от брони меняется вот эта вот вспышка. Ну ладно. Интересно, на Мегамена очень похоже. Короче, я хочу сегодня поменьше денег собирать и пройти два босса. Мне предложили так сделать еще во второй серии, но заинтересовала меня эта идея. Ты кто? Ну, отлично. Проходим. Пока хорошо. Звук прибавлю у себя. Прыжками можем идти. Угу, подозреваю, что там секретка была, да? Ну ладно. Ух ты. Ну иди сюда. Угу, сучкинс. Ага! Крыса. Ну и хрен с тобой. Не трагично. Нет трагедии. Арриведерчи. Так. Может, ну нахрен оно все? Ну, хотя... Слушайте, а я даже не знаю. Привычка у меня через меню все это выбирать. Так что так и оставлю. Отлично. Хм. Че, думал, разведешь меня? Как бы не так. Я вас понял, дядя. Угу. Great. Так, сюда мы больше не зайдем, да? Секретка. Поехали, по фасту. Шикарно. Пока ничего сложного. Сейчас я напортачу, ага. К черту эти деньги. У нас их дохера, я не знаю даже. А ну проверка. Не, нельзя, да так? Ну ладно. Я даже не знаю, зачем они нужны. Слишком у нас их много. Тогда у меня была веселая фармилка, я понял. Насколько, да? Так, удочка. Отлично. Аккуратно. Чё, это и хор нам даст? Или все-таки 350 за золотую рыбу? Понял. Бесполезная хрень. А, у нас и хор еще и полный. Ха. Ну, окей, окей, окей. Чё, берем? Давайте пока это. Эта штуковина нас спасет. Не смог. Не справился. Я мог там по-другому пройти. Хрен тебе. А, пока что я могу прыгать. Окей. Окей. Меня это не придавит. Ну, по-любому ж что-то есть, а? Как так? Гаденыш. Каков? А, его так можно бить. Да, знал бы я, а. Хм, чекпоинт, значит, да? Окей. Ну что, мы не пройдем, что ли? Разрушаем. Вот опять я рискую, конечно, но... Хочу по фасту пройти. Чё тут? Ладно. А ну стоять. Ничего, да? О, спина! Вот это я зря. Вот это я зря. Так. Это, видимо, не секретка. Ну и ладно, денег у нас много. Чё расстраиваться из-за денег, верно? Только в случае, если вам мало задонатили. Прекрасно. Так, можно и так, да? Кстати! Описание же тут есть, да? Всяких предметов. Хотя мы их читали. Угу. Здоровье. Понял. Прикольно. Ну ладно. Пусть это будет. Сейчас поедем. Покатимся. Можно было бы сделать по-другому, но бодренько, бодренько. Хватит умирать.
В этой игре только так и можно. От меня это и спасло. Отлично. Неуязвимость спасает от шипов. Было бы круто, если бы нельзя было, но да. Пришлось бы перепроходить. Блин, ракету можно так сбивать. Где это видно? Таким вот способом. Ну, иди сюда. Это что, проблема какая-то, типа? Хм. По-любому, снизу была секретка, да? Ну ладно, хрен с тобой. А, биг за бой. А ну, иди сюда. Ну, слушай, ну, может, я все-таки умнее тебя? Ну, есть такое, да? A little. Прекрасно. Чую, что мне это... А, сюда мне еще возвращаться придется, да? Прекрасно. Ох ты! Вот нахер мне эти все деньги нужны? Посмотрите на мой баланс. Кто хочет стать миллионером? О, добрый вечер, сэр. В деревне или на поле? Ни за что не угадаюсь, что я нашел. Шестеренка ездит по опасным местам и служит платформой. Прикольно. Берем, у нас все равно денег много. Залезай и держись. А, ну как я и подозревал, да. Стандартная механика во многих таких подобных играх. А можно так сделать? А вот было бы прикольно сделать там секретку. Ладно. Блин, серьезно, нельзя разрушить. Ладно, черт. Ну слушайте, пошла нахер эта платформа. Да-да. Замечательно. Ты пошел ты. Подумаешь. Ну хоть сейф-поинт-то будет разочек, а? Ну серьезно. Понял, ракеты лишние вылетают, да? Угу. А, курица. Нет, я против. Шикарно. Блин, я отказываюсь верить в это дерьмище. Есть. Иди к черту, тайминги. Туда я не попрусь, нет, спасибо. Сучара. Хотя, в принципе, больше никто не летит. Ладно, у меня все равно много денег. Хрен с ним на эту эстетику. Я сегодня и так слишком много тренировался. В жизни. Че, думали, я игру тут прохожу, что ли? А, окей. Не, этот чекпоинт мы оставим. Пройдем круто. Понял, это куда-то вперед. Хотя чё, может хрен с ним, а? А, ладно. Иди сюда. Китовахия. Сегодня я заряженный, сильный, мощный мужчина. Угу. Опасно, опасно. Окей. Блин, классно. А стоп, там можно было пробить? А, нет. Наверное. Ну, ставьте лайки. В принципе, эта игра набирает мало актива, но... В принципе, идут я хорошо, согласитесь. Фух, поехали, чё это? А, понял, я угадал, поехали, точно, да. Угу, нас зажмет, да? Понял. Сучкинс. Бай-бай. Гача. Глупец. Я не победим сегодня. Кстати, заходите в мой ТГК. Куда же без этого, а? Ну и чё? Самый умный, что ли? Ой, да иди ты, а. Не, с тебя хорошая награда будет. Я уверен.
Хорошо. Добрый вечер. Так, туда я не пройду, да? Че, оставим этот чекпоинт, да? Не знаю для чего, но возможно там какие-то опасные штуки. Опасные испытания. Ой, да и хрен с тобой. Бой. О, курица. Квас? Окей, дюд. Ах ты. Ничего себе, ну шикарный, шикарный мужчина. Давай, иди отсюда. Так, наверх или сюда? Видимо, снизу секретка. Ладно, это было просто. Ух ты. Так, наверх. А, не запрыгнем, да? Ладно. Интересно, я уязвим в этом состоянии? Если успеть подлезть и порыбачить в это время. Класс. Так. Наверное, неуязвимость меня не защитит от шестеренок, да? Ну ладно, это слишком просто. Забавный, забавный. Так. Кос? Пройдено? О да, снизу какой-то хрен. Ну иди сюда. Смельчак. Бигбой. Я умею и так. Самый умный, что ли? Серьезно? Ну иди, иди сюда. Нихера. Чую, мне пригодится тут кое-что совершенно другое, да? Хрен с ним на монетке, не обращаем внимания. Ой, чую, меня это сразит наповал. Да, я был прав. Ну ничего, не зря я оставлял чекпоинт. Блин, а хорошо идем, да? А, тут серьезно? Ну ладно. Секретку нам больше не нужно будет идти, так что... Это быстрый вард. Нихера я перепрыгнул. Ну, знаете... Классно. Хороший уровень. Просто нужно не собирать монеты. И не двигать платформу слишком быстро. А то стрим крашнется. Ладно, эти чертовы шутки. Про платформу и так далее. Проблема в том, что я не вижу, куда идти. Ну ладно. Опять я бегу за деньгами. Моя ошибка. Отлично. Ну не верю я, что там ничего не разбивается. Блин, а ведь я мог пройти уровень без смертей. Ну ладно. О, чё, комната перед боссом, да? Ну, боссы легкие в этой игре. Когда настолько ты улучшен, первые боссы все-таки намного были сложнее. Окей, окей. Чую, из этого могла быть секретка, да? А я что-то не так сделал. Ну ладно, ладно. Фу, жизни. А, это ты шумишь. Я не могу собраться. А у меня столько работы. Для начала потрудись. Пропустить меня, дружок. А, громкие слова, ходячая жестянка. Сейчас я тебя проучу. Серьезно? Мужик, ну... Ну ладно. Забавный малый. О, начинается, серьезно?
Стойте, дайте волосы поправлю. Замечательно. Так, что мне тут нужно? Ну ладно. Лол. Могу ли я сделать так? Ладно, это странно. Это просто странно. Ту нихера. Че, он меня убьет? Лучше уж тогда мажницы. Ладно. Окей. Забавный какой, а? Малыш. Ой, иди к черту, а? Задолбал, честное слово. Я тут в детский садик не записывался. Отлично. Хороший босс. Неожиданный, кстати. Забыл сказать, да. То, что я так упал. Классно. Быстро пройдено. Быстро. Мне понравилось. Хорошо. Че, идем на следующий этап? Похоже, мы сегодня реально сможем одолеть. 38 тысяч. Какая жесть. Дойдем до 100. Интересно, можно ли тут столько денег накопить? Или тут максимум 999 тысяч? Чтобы выйти за интерфейс. Окей. Напоследок. Пенек поджег. Сейчас будет пожар в лесу. Где он вообще каждый раз этот лес находит? Тут же кошмар какой-то. Ну ладно. Иди сюда. О, блин, это прям на рабочий стол. Шикарно. Что это за магия? Сила, честь, черты достойного воина. Сэр, полагаю, мы раньше не встречались? Мы встречались. Сегодня на поле боя мы оба много странствовали и сразили много рыцарей. Сегодня мы сразимся. Нет, у нас нет причин для борьбы. Конфликт сам по себе достаточная причина, бравый рыцарь. Это твое испытание. Ты готов? А ты? А, иди. Нихера. Ладно. Ни хрена. Могёт, могёт, мужик, могёт. Ой, да ладно тебе. Забавный какой. Ну, кстати, отнимает он неплохо так-то. Да отстань ты. Ну, стиляга, стиляга, а. О, как умеет. Равный противник. Правда, я больше выпендривался. И жизни у него чуть побольше, ну да ладно. Точнее, 10, а у нас 9. Ха, ты меня одолел. Едва-едва. Тебе нужно много тренироваться, чтобы справиться с тем, кто ждет тебя впереди. Прощай, лопатный рыцарь. А он, получается, отвечает на то, да? Еле справился так далее, если мало хп осталось. Классный парень. Ну, кстати, какая встреча? Подвиги, да, новые? Какая встреча? Победите всех блуждающих предшественников. А, больше мы их не встретим, да? Понятно. Катапульта. Зал чемпионов пройдено. Ну ладно, катапульта потом. Заброшенный рыцарь. Логово полярного рыцаря. Нихера себе там викинг. Истина в земле. Это подсказка? Ладно, кустики можно выкопать? Нет. Ни хрена! Вот это да. Ну окей. Блин, прикольно, эти искорки, получается, их сразу убивают. Ты кто? Чудо-юдо. О, я чуть того, я чуть ту собачку не убил по дороге. Жестоко. Ладно, это слишком просто. Сейчас я опять наговорю, да, но. Неплохо. Ха-ха. О!
Вот это да. Это классно. Но наверх я явно уже не попаду, да? Прыгай. Фас. Идиот. Блин, ну можно же как-то. Вот это я их минусанул. Не-не, может там нота. Правда. Меня это, конечно, убьет быстрее, но да ладно. Давай. Ой, хрен с этими собаками. Ладно, очень жаль. Очень-очень жаль. Надеюсь, там не было ноты. Если там деньги, хрен с ним. Ну ни хрена себе. Добрый вечер. От него можно отпрыгивать, да? Сразимся же. Убегает, трус. Ладно, ты странный чувак. Так. Сказал я, который в красном костюме нахожусь. Который даже не костюм, а шлем. Броня. Нахожусь в зимнем биоме. Как будто бы я дразню местных жителей. Ну ладно. А, окей, это... это забавно. Такс. Ой, чую, зря я ману трачу. Да? Ну ладно. Ну ладно, мне ее выдали. Окей. Игра меня будто бы услышала. Ну что, оставим чекпоинт? В принципе, местечко такое себе. Хрен с тобой. Деньжище у меня все равно много. У меня денег так много. О, я могу их сквозь щит пробивать. Классно. Вот это функция. О, начинается. Но я думаю, мне это понадобится побольше, если честно. Оу, лови. Смешно. Ну, ты тоже, в принципе. Блин, прикольно. Нахрен я это все собираю, ну честно. Ну смотрите. Ничего себе фишечки. Понял. Но чую, нам это боком выйдет. Окей. Сначала, видимо, если наперед пойти, то она не успеет упасть, да? Ладно, ладно. Блин, я так хорошо прохожу, при том, что я сегодня уставший после тренировки. Вот это да. Так. Ну, ты совсем идиот, если думаешь, что сможешь меня сразить. Ага. Ой, как же на тебя это действует, мальчик? О, классно. Чую, тут где-то подвох. Ну, во льду, наверное. То, что я смогу упасть, сдохнуть. Ну ладно. Ну, эта штучка нам явно будет более нужна. До свидания. Ага, так нельзя. Очень жаль, видимо, будет какой-то элемент, который придется проходить более хардкорным способом, да? Ну ладно, идет. Вот я не знаю, бомбы могут разрушать стенки? Серьезно, мне за это ничто не дадут. Я, значит, жизнью рискнул. Ну ладно. Так. Че это? Эта штуковина меня ранит, да ее не надо задевать. Или что? В чем дело? А! А! Ё-моё, серьезно? Ладно, это классно. Это забавно. И что, серьезно, тут ничего не будет? Ой, я уж думал, это ловушка. Окей. Ого. Ого. Я понял. Класс.
Так, стоять. Донизу могу опустить, да? Классно. Слушай, иди-ка ты к черту, а. Даже зря потратил одну, ну ладно. И все равно стукнулся. Окей. Забавные ребята. Так, мана нам нужна. Вот, как раз таки побольше, чем монеты. Вот ее как раз таки мы и должны подбирать. Правильно понимаю, да? Угу. Отлично. Умён. Не по годам. 22 годика человеку. Ой, я только что спалил информацию из моего ТГК. Вот сейчас доболтаюсь я, честно. Я как типичный злодей. Вот о чем я? Ну вот об этом. Идиот. Угу, не достану больше, да? Ладно. Бай-бай. Так. Так я не могу попасться ему. Ну ладно, чувак, ты просто странный. Признай это. Ну, у меня мозгов побольше будет. Угу. Понял. Хорошо. Вот это я не заметил. Ага. Ой, да вы серьезно? Не-не-не-не, я этой херней заниматься не собираюсь. Ну ладно, разочек можно. Все, этого тебе хватит. До свидос. Так, что тут? И хор, или же все-таки рыбка? Блин, куда мне столько денег? Какая нахрен рыбка за 350, серьезно? А, и хор. Окей, значит я мог сюда взять и использовать другую штуку. Веселую. Веселую-веселую штуку. Вы серьезно? Ну давайте сразимся, окей. А, они еще и с первого раза убивают. Кто это, котики? А, это... Я подумал, это котики. В моих глазах это выглядели как ушки. Ага, более чем на одну клетку он не запускает. Я понял. Взрывай курицу. Жареная курица. Так, нет, нет, не нравится. Я не буду трогать то, что хорошо лежит. Бай-бай. У меня денег достаточно. Я просто хочу пройти уровень. Ну да, тем более тут хрень какая-то творится. А, я понял. Угу. Нужно, чтобы оно было в нижней позиции. Знаете, на всякий случай лучше перестраховаться. Ни за что не угадаю. Боевой рок. Можно так дунуть, что все враги разлетятся. Давай. Правда, запас магии быстро истощается. Ну и хрен с ним. Попробуем. Врагов бы найти. А вот и враги. Ого. То есть он еще прыжок при этом делает. Ладно, не думаю, что мне это как-то сейчас пригодится, но... У меня есть вот эта штука. Шикарно. Блин, опасно, конечно, меня так сильно прям заносит. Как будто бы я болит Формулы 1, но ладно. Ну, не болит уж точно. Слишком много жизней. Я абсолютно одна дома, этот человек стоит неподвижно уже час. Вот обязательно в такие вот моменты нервные замечали, то нос чешется, то еще что-то. Да. Так, по крайней мере удочка меня останавливает от скольжения. Внезапно. Опа, хорошо. Ковбой. Ну да, монетка явно покруче в этом плане. Хрен с тобой. Буду я еще гоняться за какими-то монетами. Здравствуйте. О. Ну ладно. Забавные, забавные. Ага, так более тупо я еще не умирал. Окей, окей. Блин, надо было тех чекпоинтов читать. Зато мы теперь знаем, что состояние остается, как видите, да?
оно потрескавшееся. Окей, идем дальше. Главное, что мы не останавливаемся и хорошо убиваем боссов. Очень даже быстро, кстати. А мы все соберем, кстати, не критично. Абсолютно. Ну, надо было сразу так и сделать, кстати. Опасно, но пройдено. Не нравится мне эта хрень. Ну ладно. Я рыцарь лопаты. Ой, ребятки, ребятки. Котятки, котятки. Почему я их воспринимаю как котят? Ну ладно. Ладно, они мне не очень нравятся. Принцип бы понять. А, ну точно, точно. Чё я на самом деле-то? Вот и все, в принципе. Вот и весь принцип. А, нельзя, да? Опасненько. Ну ладно. Сучкинс. Ну, по-любому же что-то есть, а? Нет, рискнул. Было бы прикольно это сделать. Фу, ни хрена. Ладно, он старался, по крайней мере. Блин, секреток нет? Ну да, в тонких стенах тем более. А может и секрет какой-нибудь связан быть с... Нет, нельзя так, да? Ладно, я просто снизу вот эти вот двери типа увидел. Поэтому так подумал. Ладно. Ладно, ладно. Забавно. Надо было сразу прыгать, но... Иди сюда, красотка. Туда нельзя, да? Ладно, беги. Котейка, беги. Хорошо, хоть сбоку от шипов нельзя сдохнуть, как в некоторых старых играх. Можно было. Хрен с тобой, монетка. Ну, не было выбора. Я уж подумал, я не смогу вернуться обратно. Да блин, чё нас-то так тешится? Ужас. А ну стоять. Ага. Но я думаю, что здоровье у него не хромает от этого, да? Слушай. Я даже пробовать не хочу, честно. Хрен его знает. Ой, идите к черту, накоплю я эту двадцатку еще, а. Все. До свидос. Не собирайся рисковать. А, тут уже так нельзя, да? Я просто боюсь, что оно не обвалится, понимаете? Есть у меня подозрение, что в чем-то тут подвох нахер. Вот, допустим, как тут. Что что-то тут не гладко вообще. Что что-то тут не так. Пройдено. А, босс, да? Ну окей. О, шикарно. Так, босс, значит. Ну иди сюда. А тоже с лопатой, только снегоуборочной. У меня, кстати, такая есть во дворе. Но он бы мне пригодился. Итак, мой старый друг. Ой, это наш друг. Этот день, наконец, настал. Это будет наша последняя схватка. Почему бы нам не сложить лопаты и не разойтись на равных?
Ордена нет равных. Уверен, ты знаешь цену власти. Присоединяйся к нам. Ты забыл нашу клятву, что стало с гордым воином, которого я знал. Довольно слов. Я предам тебя вечному холоду. Ну, разговаривать ты явно умеешь. А, иди, серьезно. Не нравится мне это. Не нравится мне это. Здоровье магию пополняет. Блин, она бы мне пригодилась. Прям сейчас. Здоровье у нас еще будет. Хрен с ним, нам нужна магия. Главное не падать на шипы и все. На этом, да? А, классно. Победа. Шипы. А, он может стоять на шипах, да? А, ну типа скрипты, да. Шикарно пройдено два уровня. Вот это да. Здесь я нажал на запись, да. Прям сегодня на веселье, хоть и уставший после тренировки, но... Все идет просто замечательно. Че, ловить женщину будем, да? Заслужили? Блин, вот все-таки меня кое-что грызет. Один раз я не поймал женщину. Один. Зато я стану магом 30. Да. 47 тысяч. Я в ахере просто. Ну и куда это все девать? Ну да, окей. Опасный полет. Но пока не будем. Пока не будем. Такс. Катапульта. Ну, это потом. Давайте-ка сходим в оружейную деревню. Уже куплю все, что возможно. Может, что-то изменилось? Угу. За 4000 покров чародея. Вот такой вот костюмчик. Красивый. Так, кстати, не понял, что он делает. Ага, понял, да-да. Для магии. Ну и для энергии. Все купим. В следующей серии, может, пойдем в этой броне? Ну ладно. Блин, прям морозная такая, классная. Мне нравится. Рок. Чудесный музыкальный инструмент, но по-настоящему он оживает только в дуэте. Я понял. А, забавно. А ну, сбить одного идиота надо. А, он тут стоял. Куда он делся? Ну, тут такой стоял всегда. Чел. А, вы тут снова? Мне показалось, здесь был какой-то шум. Что произошло? Обожаю. Заходите в этот роскошный магазин. Здесь и сам становишься каким-то роскошным. Даже с новым беретом. Моя жизнь пуста. Может быть, новое платье все исправит? Я же вам давал деньги, идиоты. Чтоб у вас платья загорелись, а? От моей искры. Чё скажешь? Я теперь богач? Ой, да ну тебя, женщина, понял. Ничего нового. Я там видел лестницу, между прочим, пойдемте-ка сходим. Туда? Ну, очень классно прошли, меня прям устраивает. Если проложить траекторию, и я сумею навестись на деревню. Обожаю баллистическую физику. Куда это ведет? О нет, это выход на карту. Окей. Ну давайте-то в деревню. А почему-то катапульта повернута в другую сторону. Тут есть какая-то другая деревня. Ну, деревня же с левой стороны, а не с правой. Окей, это странно. Можно развернется? Погоди, я хотел флаг посмотреть. Куда меня... Прикольно. Ну и ну. 5 нот принес. Чудесно, посмотрим. О, ты нашел старовяк. Я сразу сказал полярному рыцарю, что это мое величайшее сочинение. Что он ответил? Хе. Теперь у меня есть нотный лист. Точнее. Так, ну чё, прослушаем. О коварных махинациях. Захватывающая повесть о механическом налетчике в погоне за властью. Интриган. Не может похвастаться ростом, за разговорчивостью или терпением. Это все не про меня, кстати. Разрушитель. Большая огневая мощь и огромные амбиции. Я, кстати, не помню, что та девушка беловолосая рассказывала про механика. Маленького. Здоровяк. У полярного рыцаря нет времени на твою
Умеренную глупость. Понял. Ну что же, тогда заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Отспой Геймер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Серия слишком была шикарная. А, добрый вечер. Теперь, значит, можно так, да? Он как-нибудь приземлится. Ну ладно, всем спасибо и всем пока.